Продолжаем вязать голову. У меня получается после ручки один столбик провязан. Ставлю маркер. И первый ряд головы у нас идет 12 прибавок. То есть в каждую петельку мы вяжем по 2 столбика без накида. У меня, кстати, поменялась локация, если вы заметили. Теперь всегда будет такая. Ну, надеюсь. 4. И 12. Провязали, подниму маркер наверх, где он там есть, и будем вязать следующий ряд, второй. У нас идет 2 столбика прибавка, повторяем 4 раза. Здесь главное не пропустить петельки в этих прибавках. 2 столбика, прибавка, раз, 2 столбика, прибавка, 2, 2 столбика, прибавка, 3 и 2 столбика, прибавка, 4. Вот эта прибавочка у нас получается уже вот в районе переда, да, мы должны сделать еще 5 прибавок. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот эти прибавки у нас формируют мордочку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот их всего 6 прибавок получается спереди. Они у нас будут формировать мордочку, выступ. И дальше довязываем ряд. 2 столбика прибавка 2 раза. 1, 2. Прибавка, 1, 2, прибавка и 1 столбик завершающий. В конце ряда должно получиться 35 столбиков без накида. И следующие 2 ряда, 3 и 4, вяжем просто по 35 столбиков без изменений самостоятельно. Провязала я 2 ряда без изменений. У нас все еще 35 петель. И в следующем ряду мы будем снова формировать мордочку. Провязываем 12 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 и 12. И дальше вяжем 1 столбик, 1 убавка, 5 раз. Убавка. 1. 1 столбик. Убавка. 2. 3. 4 и 5. Вот они, наши убавочки, получились все впереди, от ручки до ручки. И заканчиваем ряд 8 столбиков без накида.
три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. У нас должно получиться 30 петель в ряду. Следующий шестой ряд мы вяжем в 8 столбиков 1 убавка 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка. И еще 2 раза. Закончили. 27 петель в ряду. И следующий ряд у нас седьмой. Вяжем 7 столбиков. 1 убавка. Повторяем 3 раза. 4, 5, 6, 7. Убавка. И еще 2 раза. Закончили. У нас получается 24 столбика в ряду. Следующий ряд, какой у нас, восьмой по счету, мы вяжем просто 24 столбика без накида. Провяжите самостоятельно, и потом будем вставлять глазки. Я провязала. Теперь вставляем глазки. У меня вот такие глазки на безопасном креплении. Трапеции 14 миллиметров. Глазки мы вставляем между шестым и седьмым рядом, отсчитываем от головы. Вот первый, который с прибавками, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вставляем глазик между шестым и седьмым. И между глазок примерно 5-6 столбиков без накида. То есть там уже смотрите по вашей плотности, чтобы они ровненько сидели относительно мордочки, да, ну, переда. Вот так вроде ровно. Я сейчас отключусь, закреплю глазки и потом продолжим вязание. Кстати, перед тем, как ставить глазки, я всегда очень плотно набиваю область шеи, чтобы голова вот уже как бы стояла на своем месте. Глазки закрепила. Обычно я их поджигаю с обратной стороны, но сегодня у меня нет зажигалки, у меня закончилась, я забыла себе купить новую. Хотя можно это сделать спичками, но да ладно. Они вроде хорошо закреплены. И дальше мы что делаем? Вяжем 9-й ряд. У нас 24 столбика в ряду. 9-й ряд мы вяжем 2 столбика, 1 убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, убавка, 2 столбика, убавка. Закончили. Теперь нужно набить голову. Не совсем прям полностью, но хорошо тут мордочку сформировать. Область шеи обязательно сильно набивайте. Но прям как камень не трамбуйте, потому что еще нужно сделать утяжку, чтобы она сделалась. Дальше. 10-й ряд. 1 столбик, 1 убавка. 6 раз. 1 столбик. 1 убавка. 2.
6. 12 столбиков у нас в ряду. Еще наполняем холофайбером. И закрываем. Я беру крючок на пол размера меньше, 3,5, и последний ряд вяжем 6 убавок. 1, 2, 3. 5 и 6. Немного непривычно мне еще положение камеры. Я куда-то уезжаю чуть-чуть. Оставляем подлиннее кончик, чтобы стянуть нитку, кольцо. Так. Чуть-чуть так подвину. Берем иголку. И подцепляем наши ниточки, наши эти вот петельки, которые остались, передние, что, куда я показываю, передние петли вот эти подцепляем. Кто со мной много игрушек уже связал, наверное, им надоело уже. Вам, наверное, надоело каждый раз одно и то же, объясняю. Но кто впервые на моем канале, всем интересно, вот, поэтому если не интересно, всегда можно перемотать вперед. И тайм-коды я еще оставляю в описании, поэтому как вам удобнее. Все, обрезаем ниточку. Теперь будем делать утяжку. Утяжку я делаю обычной ниткой в цвет, ну вот примерно, да, цвет. Не могу сказать, что прям копия. Вот, вставляем иголочку. У нас стыки головы и тела. И выводим справа от глазика. Оставляем ниточку, чтобы завязать узел. Вводим слева и здесь через один столбик в сторону. То же самое в другую сторону. Первоначальную точку влево от глазика. И сюда. Тянем одновременно обе ниточки. Помогаем себе пальчиками затянуть. И завязываем узелок. Теперь я сразу делаю вторую утяжку, разворачиваю глаза вниз.
Теперь отсюда идем к верху глазика, к другому. И возвращаемся вниз. Подтягиваем, не сильно подтягиваем, просто чтобы глазки сели на место. Если перетянуть, они прям очень близко друг к другу окажутся. И завязываем узелок. Все, утяжка закончена. Мы прячем наши ниточки в голове. И будем делать оформление мордашки. Сначала я делаю белочки белой ниткой Yarner Jeans. Оставляем ниточку, чтобы завязать. И выводим здесь сверху глазика максимально близко к нему. Таким образом. Вводим вниз. И здесь той же самой точки выводим. Помогаем себе ногтем. Немножко, видите, она утопает, но зато глаз, взгляд оживает все-таки. И сюда наверх снова. Вот так вот у нас белочки получаются. Сзади завязываем ниточки и прячем их в голове. Теперь черной ниткой Yarner Jeans делаем оформление. В принципе, оформление, как вы заметили, утяжка оформления ничем не отличается от динозаврика, кто вязал. Кто не вязал, ссылка в описании. Из этой же серии дракозавриков мы уже вязали динозаврика. А это дракончик. Выводим сверху у глазика как можно ближе. И делаем ресничку. Линию ресниц. Тут уже кому как нравится, под каким наклоном. Также помогаем ногтем. Наклон, длина, это уже все ваше. Дело вкуса. Дальше бровки. Самое сложное в бровках – это сделать их одинаковыми. На темном плохо видно, но я не хочу сильно выделять брови. В принципе, мне достаточно так.
И идем к носику. На том же ряду, где начинаются глазки. И вышиваем с двух сторон. Вот носик я делаю двумя стежками, чтобы он был почетче. По желанию можно сделать ротик, кто хочет. Носик, в принципе, можно вышить плюшевой ниткой, либо там такого же цвета, светлее, темнее, либо вот этот вот цвет компаньон, который мы будем... У меня все время грива в голове. Гребень вязать. Вот. Ниточки прячем и переходим уже дальше к оформлению. Будем вывязывать гребень. Закончила. Так, спрятала я все ниточки. И у нас уже появились точки на лбу. Потому что я сделала разметку тела, где мы будем вывязывать гребень. У дракончика гребень мы начинаем вязать от хвоста. Вставляем нитку. Закрепляемся с помощью воздушной петли. И вяжем вперед весь ряд столбиками без накида. Параллельно убираем иголочки. Можно и без булавочек это сделать, но по своему опыту знаю, что постоянно съезжаешь куда-то в сторону, перевязываешь и теряешь время. То есть лучше потратить 30 секунд времени, чтобы поставить эти булавочки, чем потом мучиться и перевязывать несколько раз. Вяжем так до конца ряда. Закончила. Количество столбиков без накида я не считаю, просто вяжу произвольно. Теперь вот такая полосочка у нас получается. Делаем 2 воздушные петли подъема. И вяжем в каждую петлю, чередуем 3 столбика с накидом. Да что такое? Два полустолбика с накидом в следующую петлю. Один. Два. В следующую петлю 3 столбика с накидом. И в следующую 2 полустолбика с накидом. Снова 3 столбика с накидом. Два полустолбика с накидом.
Так вяжем до конца. Я довязала до хвостика, у меня остается один столбик. Последним я провязала 2 полустолбика с накидом. У вас может получиться 3 столбика с накидом, не имеет значения. Делаем один столбик без накида и заканчиваем соединительным столбиком. Обрезаем нитку, закрепляем ее и ниточки прячем внутри игрушки. Вот такой гребень у нас получился. Теперь будем вывязывать ушки. Я вот уже наметила булавочками, где буду их вывязывать. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой ряд ставлю булавочку. И 4 столбика от глазика. И здесь то же самое. 4 столбика от глазика. 1, 2, 3, 4. Тут уже над пятым, как бы, чтобы они ровненько были. Получается вот на уровне серединки глаз. И вывязывать будем вот на вот этих трех рядах. Где-то 7, 8, 9 получается. Так я делаю. Вы можете делать, как вам удобно. Там, здесь можно вывязать 6, 7, 8. Можно выше сделать там 8, 9, 10 и так далее, да? Ушки я буду вязать зеленым цветом. Не хочу их вязать розовым. Начинаем с правого ушка для нас, которое. Его мы вяжем сверху. Вставляем так. Сверху закрепляемся первый столбик вяжем туда же, куда закреплялись. Один. Дальше вяжем. Два. И три. Три столбика провязали. Разворачиваемся. Делаем одну воздушную петлю. Что такое? В первую вот сюда, вот в первый столбик, который у нас получился, вяжем прибавку из столбиков без накида. Дальше делаем одну воздушную петлю, прибавка из полустолбиков с накидом. Один. Два. Одну воздушную петлю и прибавку из столбиков с накидом. Один. Два. Две воздушные петли и соединительный столбик. Присоединяемся. Отрезаем ниточку. Потом ее спрячем. Вот такое ушко у нас получается. Теперь с другой стороны. Начинаем вязать снизу.
Главное, не перепутайте ряды, чтобы они одинаково были. Закрепляемся. Вяжем столбик в эту же петлю. Дальше следующую петлю. И следующую петлю. Делаем 2 воздушные петли подъема. Разворачиваемся. 2 столбика с накидом в одну петлю. 1 воздушная петля. 2 полустолбика с накидом. 1 воздушная петля. И 2 столбика без накида в одну петлю. Одна воздушная петля и соединительный столбик. Обрезаем ниточку, затягиваем и прячем все ниточки в голове. Вот у нас уже дракончик с ушками получился. Вот наш дракончик. Можно оставить в таком виде, но у нас еще есть крылышки. Можно, в принципе, вот так без ушек оставить, да, будет динозаврик. И смотрите, как классно меняется. Там дракончик. Вот. Теперь будем вязать крылышки. Розовым цветом я буду вязать. Начинаем с 10 воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь с 3-й петли от крючка вяжем 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Один полустолбик, в следующую петлю 2-й, 3-й, 4-й. Дальше 4 столбика без накида. 2, 3. 4. Разворачиваемся, воздушную петлю не делаем. Первый пропускаем, во второй вяжем 3 столбика без накида, 3 полустолбика с накидом. 2 и 3. Разворачиваемся, первую петлю пропускаем, во вторую вяжем соединительный столбик, потом 2 воздушные петли, 2 столбика, полустолбика с накидом и 2 столбика без накида. Разворачиваемся, первую петлю пропускаем, во вторую вяжем 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом в следующую петлю. Разворачиваемся и вяжем соединительные столбики до конца ряда. 3.
четыре, пять и шесть у меня получается. Заотрываем ниточку. Если будете пришивать этой ниткой, оставляйте подлиннее. Я не пришиваю плюшевой ниткой. Вот такое крылышко у нас получается. И второе такое же вяжем самостоятельно. Вот в таком положении я пришиваю крылышки. Я уже подготовила нитку в тон в 3 сложения. И где-то вот посерединке на 2 ряда от хвостика вот эти нитки, которые остаются у меня на крылышках, я потом просто прячу внутри игрушки и все. Так. И пришиваем произвольно. Как у вас получится, как вам больше нравится. Поближе к гриве. Господи, почему грива-то? К гребню. Все, у меня у дракона грива. И у динозавра тоже. Кстати, о гриве. Кто не видел мой мастер-класс на льва, оставлю вам ссылочку в описании. Посмотрите, очень клёвый там. У него просто шикарная грива. Моя разработка. Не знаю, я нигде такую не видела, сама придумала. Может быть, конечно, у кого-то есть. Но, по крайней мере, я не видела. Я считаю, что это я придумала. Вот. Вот так у нас крылышко пришивается. Вот оно держится. И точно так же пришиваем с другой стороны. А эти ниточки прячем внутри игрушки. Все, готов наш красавчик. Или красавица. Кому как больше нравится. Я немного подняла камеру, чтобы показать вам его в полный рост. Такой крошек у нас получился. Время 2:30 ночи. Я пошла монтировать вам видео. Ничего не меняется. Ночная лайф вязальщица. Надеюсь, вам понравилось вязать со мной. Пишите комментарии. Как вам этот мастер-класс? Ставьте лайки, если понравился. Я желаю вам всего хорошего. Вяжите с удовольствием. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.